В Златоусте ищут лжеполицейских. Жертвами аферистов, по версии следствия, стали уже 6 пенсионеров. Представляясь служителями закона, мошенники выманивают у пожилых людей крупные суммы денег. Это фотография предполагаемого обманщика. Запечатлеть мужчину удалось одному из пострадавших. Как полагают следователи, он действовал всегда по одной схеме. Звонил пожилым людям, представлялся работником органов внутренних дел и рассказывал историю, что их родственники арестованы. И чтобы избежать уголовного преследования, нужно заплатить 50 тысяч рублей. Пенсионеры верили и, желая помочь родным, отдавали все до копейки.